Привет. Здравствуйте. Так, и что вы хотите? Мне нужно снять машину во время гонок для репортажа. Сегодня здесь кроме меня никого нет. Я могу взять эту машину, мы поедем за вами. У вас есть разрешение? Было, но оно просрочено. Тогда извините, я дорожу своей работой. Если я вернусь без снимков, то потеряю свое. А мне какое дело? Нужно, чтобы ты на 7-й миле вырулил напрямую. На повороте между лесом и Бискорн. Я вижу, ты здесь неплохо ориентируешься. Да, неплохо. Следи за температурой масла, не больше 110 градусов на поворотах. Я пойду по первой дорожке. Она на крутых поворотах уклоняется во внешнюю сторону, а на широких наоборот. Договорились? Ладно. Справишься? Внимание, поворот на Брюе. Мы приближаемся к Бискорн. Приготовься. В том, чтобы какое-то время ехать в нескольких сантиметрах от его колеса и под конец приблизиться почти вплотную. Ясно, я видел. Вот так все и произошло. Ты должен написать, что я сделал это не потому, что хотел прийти первым. У тебя есть фотография, где ты вместе с ОКЗ? Возможно. Если я на ней не очень легко узнаваемый, пришлю. Если очень, обойдешься. Спасибо за урок. У тебя, небось, была международная лицензия? Ну что, ты выходишь? Слушай, прости за нескромность. Я бы хотел знать твое имя. Оно тебе ничего не скажет, старина. Спасибо.